Пришел сентябрь, а значит, до свидания лето. И здравствуй, праздник школы, знаний и отметок. Сегодня праздник знаний в городе и районе отмечают около 27,5 тысяч школьников. Эта цифра растет из года в год. Первый раз сегодня в школу я пришел, принес цветы для учительницы нашей невозможной красоты. Стало больше и первоклашек. В этом году за парты впервые сядут 2873 мальчишек и девчонок. Они и будут первыми, кто ощутит новую образовательную программу. А изменений сразу несколько. Например, знакомый всем советским школьникам физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». В соответствии с указом президента Российской Федерации во всех школах России всероссийский спортивно-культурный комплекс ГТО «Готов к труду и обороне». Кроме того, нынешние первоклашки ни разу не увидят привычные всем нам преподавательские журналы успеваемости. С сегодняшнего дня они полностью перейдут на компьютерные аналоги. Повысится ставка и на дополнительное образование. Помимо школьной программы, для ребят будут открыты многочисленные кружки технической направленности. С мягкой спинкой табурет? Нет. Пишет музыку поэт? Преподавателям повезло меньше. Если первоклашки будут вовлечены в новую программу с первых шагов, им же придется переучиваться. Ужесточились и требования. Теперь каждый педагог будет обязан проходить курсы повышения квалификации раз в 3 года. Но это только начало. По крайней мере, так считают в управлении образования. Ведь дети – наше будущее. А каким оно будет, зависит уже от сегодняшнего дня. Александр Акишин, Евгений Черешов. Новости НТР.